все мероприятия в рамках акции доказали свою эффективность и значимость. В Череповце у нас, по данным социсследования, курят практически 40% населения, что очень много. В основном это мужчины. До 25% женщин тоже употребляют табачные изделия, что является большим риском как для самих женщин, так и для всей семьи в целом, потому что страдают от этого и дети.